День Матери Земли отмечают сегодня во всем мире. Его задача – привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды. Ежегодно ученые из разных стран собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В России в День Земли проводят различные экологические мероприятия. Сегодня все желающие могут поучаствовать в благоустройстве и озеленении дворов и улиц.